Что я говорю? У тебя важная беседа. Не отвлекайся. Точно, продолжим. Здарова, народ! Вы на канале DevPlay, и мы продолжаем проходить мою терапию. А если вам не нужна терапия, значит вам надо подписаться на канал. Погнали! Теперь за цветочками! А это за цветочками крутить нельзя. Мы прошлись до местного рынка, нашли какую-то старушку, торгующую цветами, и набрали роз. Совершить покупку у подобных людей всегда казалось мне актом благотворительности. На обратном пути мы тренировали мои... Прошу. И я прошел. Кен сразу же приступил к делу, хозяйничал на кухне с приборами, разложил конфеты, фрукты, открыл об бремени металлические крышки бутылок. Затем он разбросал лепестки роз, зажег свечи, опустил солнце, чтобы создать полумрак. Или, по крайней мере, мне казалось, что даже это входило в его возможности. А почему мотать нельзя? Ну что, дружище, осталось самое главное — заманить сюда твою принцессу. Оставь это мне! Как будто бы до этого всем занимался не ты. Что бы мне придумать, чтобы она сюда пришла? Я думаю, если ты скажешь, что ее сюда позвала химика, она прибежит мгновенно. Окей. Проблем быть не должно, развлекайся пока. А если она уже будет с Кимика? Постой, что? Теперь вы играете как Кен и Симидзо, ну что, покажем, как это делается? Я выпрыгнул из окна и дошел до главной площади. Так, а где эта малютка? Спрошу Кимика, она вроде не занята. Тварь! Кимика-сан, посмотрите, я все закончила! Пиздок. Вот ты где! Новенькая, ты не видишь, что у меня тут... Что у меня тут важная беседа? Чрезмерно важная, я полагаю. Вау, малышка, какая классная работа! Что ты сделала? Кимика-сан попросила меня украсить деревья. Надеюсь, что я упаду и разобьюсь, я их украсила, а потом она попросила меня украсить еще раз. Я их украсила, а потом она попросила меня украсить еще раз, я их украсила, а потом она попросила меня украсить еще раз. Вау, как круто! А теперь Кимика говорит тебе, иди в столовую, там тебя ждет сюрприз. Ва! Я обожаю сюрпризы! Что я говорю? У тебя важная беседа. Не отвлекайся. Точно, продолжим. Тварь! Заебись. Теперь вы играете как Хидэки Эдза. Да вот и я! О, привет, Хидэки! О, привет! И где мой сюрприз? Я продемонстрировал... Продемонстрировал рукой, что, блять? На стол с конфетами. Это все для меня? Для нас. Хидэки, Кимика-сан сказала, что это мой сюрприз. А про тебя речи не было. Она сделала это все для меня, чтобы похвалить за хорошую работу и сказать, что мы теперь лучшие друзья. Что там Кен ей наговорил? Нет. Этот сюрприз — это свидание для нас с тобой. А? Кимика хочет, чтобы мы пошли на свидание? Я хочу, и я надеюсь, ты тоже. Я понимаю, что если бы я просто ответил «да», то она точно осталась. И я даже верю, что смогу женить ее на себе, если просто скажу, что Кимика этого хочет.
Но я только что видел последствия нашей лжи. И думаю, что тут стоит внести ясности. Ой! О, я поняла! Вряд ли. Якай сделала одно из самых своих осмысленных предложений, а затем села за стол, втянула голову в плечи, зажмурилась, задержала дыхание и не шевелилась вообще больше. Все нормально. Да? Я просто на свидании. А, так ведут себя на свидании. Я просто не хочу тебя расстраивать и сделать что-то неправильно. Если честно, я не могу представить, как можно сделать что-то более неправильно. А, вот так. Прости, ничего не получится. Мы же буквально делали все это. Мы уже были на свидании. Ну, мы сидели вместе в столовой и кушали. Но тогда было по-другому. Тогда мы ходили как друзья. Но теперь... А в чем разница? А Яка посмотрела по сторонам, затем наклонилась ко мне. Целование. У нас ничего не получится, потому что у меня брекеты. Да не собираюсь я тебя целовать. Я хоть... Блять, по-моему, лучше не сделал. Хотя, учитывая что-то, я как-то вообще поебать. Я хотел просто хорошо провести время. Окей, что я должна сделать? Ну, для начала ты должна снова начать дышать. А Яка сделала, наконец, глубокий вдох. Сука. Затем тебе нужно расслабиться. Для этого у нас тут напитки и конфетки. Ой, точно, конфетки! А Яка загребла охапку конфет и отправила их в рот прямо с фантиками. Пизда ебанько. Звучит плохо, но такая ее беспомощность придала мне уверенности. Не то чтобы я был хорош в свиданиях, после последнего моя девушка умерла. Я не виноват. Вроде бы. Но все равно послужной список чет как-то не впечатляет. Сейчас продемонстрирую свои великие познания в романтике. Какая классная погода! А в Британии сейчас дожди, но там всегда дожди. Нет, но с тобой бы с радостью поехал. Ты способна скрасить любую погоду. А Яка наконец-то прожевала бумажки в перемешку с шоколадом и ответила. Вау, ты такой интересный! Блять, у меня уже скулы болят. Вот так на людей... Вот... Так вот на каких людей рассчитаны эти диалоги. Вот это вот моя лига. Интересно, это сработало бы с кем-то другим? Нет! Сейчас? А, в принципе, скилл, наверное, еще сработало бы, ну, то и просто шиза, так что там... Там вообще похуй! Сейчас еще попробую, что там дальше? Комплименты. Мне нравится твоя улыбка, видно все твои кривые зубы. Я придурок, да? Нет. Сказал правду. Это правда, не обижаются! Правда? Я имел в виду... Тебе нравится мои зубы? Тьфу ты, блядь! Я ж как представил, что в браке так ячевично всякая жратва застревает. Просто прикиньте эти кривые зубы, блядь, и торчащие куски гниющей еды. Это же, блядь, Аяка, ёбаный ты в рот! Это определенно останавливает от того, чтобы с ней пососаться в гланды. Бля. Да? У
Ой, как классно! Надо мной всегда смеялись из-за них. Не, ну ржать, конечно, с того, что у человека брекеты, ну это, конечно, глупо. Блядь, за ними следить очень много надо, нормально. Принесло! Подотрись. Еще ты милая. Да, я вот такая! Без паники, я великолепен в романтике! Ты такой хороший! Я бы хотела быть такой же красноречивой! Ладно, нет, тут кое-кто перебарщивает. Хотя это скорее она показывает свою самооценку, чем делает мне комплимент. Думаю, ты бы легко смог стать лучшим другом Кимика-сан! Да иди ты нахуй с ней, она пизданутая на голову. Блядь, да вы тут все пизданутые на голову, ладно. Вопрос отпал. Нет. И дело даже не во мне, а там просто не подступиться. Не говори так, я уже все подготовила. Я не хочу. Это случайно не свидание и сюрприз в столовой? Нет, вот, смотри. Она таки сделала это! Яка достала значки, на которых были изображены они с Кимико и надписью «Лучшие друзья навсегда». Ага. Очень долго старалась достичь фотореализма, что думаешь? Да, блять, как живые, но не живые. Да, прямо как в реальности. Вообще, хотелось бы, чтобы это свидание было посвящено нам двоим, но куда мне до Кимика, да? Такой подарок ей точно понравится, и мы станем лучшими друзьями! Определенно. Ой, я знаю, давай потренируемся! Ты будешь Кимика-сан, а я буду твоей лучшей подругой Аякой-тян. И что я делаю? Ну, ты отвечаешь и ведешь себя как Кимика-сан. То есть мне сейчас уебать тебя? Попробуй! Я выпрямил спину и скорчил самую кислую рожу в своей жизни. Да, очень похоже! Теперь скажи что-нибудь. Аяка, ты ничтожество! Нет, скажи это как Кимика-сан, ее голосом. Аяка, ты ничтожество. Замечательно! Все, начинаем! Здравствуйте, Кимика сама, это я, ваша лучшая подруга. Я сегодня сделала все ваши задания, пожалуйста, давайте будем друзьями. Подожди, он теперь до конца жизни будет изображать из себя Кимика-сан? Пизда, вот эта жизнь, охуеть, дайте два. Нет. Хидеки, она бы никогда не сказала нет. Она бы точно сказала нет. Никогда. Ой, точно, я ж просто не подарила тебе значок. Все, заново. Здравствуйте, Кимика, сама это я, ваша лучшая подруга. Я сегодня сделала все ваши задания и дарю вам вот это. Пожалуйста, давайте будем друзьями. Ну и что мне делать? Я ж сейчас разобью ей сердце, если отвечу нет. Но Кимика это ведь точно не впечатлит. Это ни одного нормального человека никогда не впечатлит. Просто соврать, да? Ну то есть я же не должен делать за Кимика ее работу. Вау, какая прелесть. Мы точно будем друзьями навсегда. Получилось! Спасибо, Хидеки! Пойдем скорее к ней! Что получилось, он тебе напиздюнькал? Сейчас будет больно. Кимика до сих пор стояла с Юем, а они тяжело дышали, хрипели и кашляли. Ха-ха-ха!
классно поболтали. Вон, кажется, мое стадо идет. Увидимся ночью, кисонька. Стадо — это какие-то люди с камерами, микрофонами, разноцветными значками на одежде. Они столпились вокруг лавки, на которой стояла Тодзио. Да-да, пожалуйста, за мной, раунд. Жапантеры, ситилуам, флях, теншляген. За ними была и другая толпа поменьше. Это были хорошо одетые взрослые люди, они шли в колледж. Поклонитесь. Мы карикатурно и резко согнулись почти вдвое, пока они все не пришли. Нужно бы брать туда все на ручной контроль, пока все не пошло по одному месту. Но раз уж вы здесь... Нэй, ну... То есть... Привет, Таякотян. Нам нужно поговорить. Что? Здравствуйте, Кимика сама! Вот, посмотрите, что я вам сделала! Давайте будем лучшими друзьями навсегда! Аяка протянула Кимика свой магнум опус. Мне интересно, она ее сейчас ушатает или сделает невероятное? Кимика взяла его, просверлила взглядом, затем закрыла глаза и спрятала нашивку себе за спину. Да блять. Голос ее скрипнул, она открыла мокрые глаза. Вам так понравилось, и что вы плачете? Аяка, пожалуйста, помолчи. Да, спасибо. Великолепная работа, Аяка. Что? Очень кстати. У меня есть кое-что важное для вас, для тебя. Я хороша во многом, у меня много достоинств. Но говорить о своих чувствах ни одно из них. Я пыталась избежать этого как можно дольше. Просто, пожалуйста, не общайся со мной. Вы не хотите быть моим другом? Нет, в том и дело. Я хочу. Я хочу, но это неправильно. Почему? Потому что это неправильно убивать людей и делать им больно. Я знаю, что если мы станем друзьями, то я сделаю тебе больно и убью тебя. Потому что я психопат. Каждую ночь перед сном я думаю о том, как убить тебя в деталях и красках. Я думаю о том, как режу тебе горло, ломаю твои маленькие пальчики. Как бы твоя оторванная голова выглядела на заборе. Ну это абсолютно нормально в... Какой... В этой вселенной, я понял. Чё, сори за вопрос. Он был тупой, я понимаю. Я тоже каждый день думаю, как убить себя. Если я подпущу тебя к себе, я же уничтожу тебя, понимаешь? Я знаю себя, и я никогда не удержусь от того, чтобы не разрушить такое наивное и хрупкое существо. Вы разрушите меня, если мы не станем друзьями! Аяка прыгнула на Кимика, та по-настоящему испугалась. А! Слезь с меня! Мне не важно, какой плохой вы себя считаете! Я все равно предпочту вас одиночеству! Я точно знаю, что вы ничего не исправите в себе, если будете одна! Если вы будете одна, вы только будете ненавидеть себя сильнее. Вы не знаете, какая это пытка. Вы не знаете, как это страшно. Вы не знаете, как это больно. Пожалуйста, не оставляйте меня. Пожалуйста, давайте поможем друг другу вместе. Кимика отодрала от себя Аяку и поставила ее на землю. Кимика выглядела спокойно, но тело у нее дрожало, а Яка тихонько плакала. Что ж, пожалуй, я ничего больше не могу сделать. Мне нужно идти следить, как проходит фестиваль. Вы идете сторожить полянку за учебным корпусом, чтобы туда не пришла пьянствовать Юи.
Это ваше первое задание как членов студенческого совета. Добро пожаловать. Что? Кимика-сан! Аяка снова рванула к Кимика, но я поймал мелкую за рубашку, которая дернулась так сильно, что аж затрещала по швам. Кимика успела убежать буквально от нас в колледж. Буквально убежать. Зачем ты меня поймал? Я хотела ее обнять! Потому что у нас есть задание. Не так ли? Член студенческого совета. Ой, да, точно! Спасибо! Я просто не верю! И я расскажу маме! Мы зашли за колледж. Это место действительно кричало Юи Тодзио. На стене не было свободного места от всяких граффити, надписей и стикеров. На краю стоял самодельный столик и скамейки из сваленных деревьев. Почему мы это пропустить не можем? Но самая характерная черта тут чем-то воняло. Я бы хотел пожаловаться, что день открытых дверей проходит там без нас, но мне на самом деле это было не... Но мне на самом деле не было интересно. Мама так удивится, что у меня такая крутая и классная подруга. Я ей каждый день писала, как у меня прошел день, что я покушала, как много я с кем познакомилась. А еще мы отправляем друг другу прикольные картинки с котиками. Мама, мой лучший друг. Так чисто технически у тебя уже есть лучший друг. Зачем еще один лучший друг? Лучший друг может быть один. А то тогда уже будет не лучший. А теперь у меня будет новая мама. Да, между прочим, я надеюсь, что маманька Аяки живая. Не лежит трупом на диване. Бля... Точнее, новый лучший друг. Блять. Это еще хуже. Кимика-сан, я так ее люблю, она такая хорошая, добрая, ласковая. Ты же понимаешь, что она серьезна. Мама? Кимика! Она тут собрала всю свою человечность, чтобы предупредить тебя о том, что она опасна. По-моему, ее лучше послушать. А что она сказала? Что с ней не нужно общаться! Нет, не говори так. Ты знаешь, что еще опасно Хидэки-кун? Быть Аякой? Одиночество! Все девочки, с которыми я общалась в классе, даже имени моего не запомнили. Никто не хочет со мной дружить. Я всегда была тихой, странной и никому не интересной. Ты тихой была? Ага, сейчас. Теперь я громкая, странная и все равно никому не интересная. Так может проблема не в уровне громкости? Но Кимика! Ты интересна мне. Ой. И я бы не хотел, чтобы ты пострадала. Потому что мне не все равно. Хидэки! Прости! Аяка прыгнула на меня и схватила руками. Я плохой друг! Пожалуйста, скажи, я плохая! Клянусь, я уже чувствую, как слезы и слюни пропитали мою жилетку. Нет, ты просто очень запуталась. Пожалуйста, не уходи от меня! Да не собираюсь я уходить. Да и я не могу. Хватка у тебя что надо. Я просто хочу сказать, что тебе нужно знать себе цену. У меня тоже никогда не было много друзей. Но это не значит, что ты должна расшибаться насмерть для первого встречного. Аяка вытерла все свои слезы, сопли и слюни об меня. Заебись. Прости! Ты такой хороший!
Это не первый встречный. Я пыталась завести друзей всю свою жизнь. У меня впервые начало получаться. Я каждый день боролась с мыслью, что у меня никогда уже не будет подруги. Но как это странно, я никогда не задумывалась, что мне надо найти мальчика. А он нашелся сам собой. О, это так мило. Ага. Что ж, от этого милого сегодня уж не можем продолжать дальше. Продолжим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр и всем пока!